Более 100 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, проживающих за рубежом, а также в населенных пунктах на левом берегу Днестра, прошли предварительную регистрацию для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля. Об этом сообщает Центр избирком. В то же время уточняется, что в эту цифру включены и граждане, зарегистрировавшиеся к предыдущим всеобщим выборам – парламентским 2019 года и президентским 2020. Отмечается, что избирательные участки формируются не позднее, чем за 35 дней до дня голосования – в данном случае до 5 июня. На президентских выборах 2020 года за границей было открыто 139 избирательных участков, на которых проголосовало рекордное количество граждан – более 263 тысяч. На многих участках в странах Евросоюза образовались большие очереди. В нескольких местах не хватило бюллетеней для голосования.